Проблема селективных абортов – одна из актуальных во всем мире. В развитых странах в год проводится около 28 миллионов селективных абортов, в неразвитых – около 182 миллионов. Это приводит к гендерному неравенству. По статистике, на каждые 100 девочек приходится 105-107 мальчиков. Принявший участие в выставке министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов отметил важность освещения данной проблемы среди населения посредством СМИ и организаций просветительских мероприятий. В том числе министр подчеркнул, что количество женщин, работающих в сфере образования и здравоохранения, составляет 73,76% соответственно. На выставке были представлены фотографии, отражающие любовь отцов к своим дочерям и интересные моменты их времяпровождения. Они в первую очередь призывают будущих родителей отказаться от селективных абортов и показывают, что дети любого пола прекрасны. Эта тема очень важная. Важное не только для Азербайджана, потому что данные, которые у нас имеются по рождаемости мальчиков и девушек, действительно этот баланс на сегодняшний день искажен. Наше общество, как я уже говорил, функционирует на базе равенства. Все нужны, и мальчики, и девочки. Я очень люблю детей, и когда я слышу о том, что где-то происходит, вот эта проблема проявляется, проблема селективных абортов, на самом деле для меня это немножко очень-очень тяжело, на меня это очень тяжело влияет. И поэтому я хотел показать на фотографиях, что дочка на самом деле это очень хорошо, что не нужно делать то, что делают вот люди сейчас. Очень хочется, чтобы эта проблема исчезла, это перестало просто существовать. Выставка была организована при поддержке Евросоюза, Фонда населения ООН, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства молодежи и спорта, а также Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей. Эсмира Алиева, Фируз Рагимов, CBC.